Всем привет! Сегодня с вами рассмотрим Shopworthy Bright серии S, расскажем их преимущества и посмотрим в работе. Перед нами линейка Shopworthy серии S. Данная серия включает в себя 7 моделей, а именно на 12 вольт это BCD12SP пистолетной формы, BCD12S с аккумулятором по типу слайдер, 16 вольт BCD16S, 20 вольт BCD20S и на 24 вольта BCD24S. Данные модели шуруповертов оснащены щеточным двигателем. Также в данной серии есть две модели с бесщеточным двигателем, а именно BCD20SSBL и BCD24SSBL на 20 и 24 вольта соответственно. Бесщеточный двигатель не требует обслуживания и имеет ряд преимуществ, но об этом мы немножко позже. Кстати, если вы пользовались бесщеточным шуруповертом, напишите нам об этом в комментариях. Итак, продолжим. Все модели имеют современный дизайн, удобно лежат в руке, корпус имеет прорезиненные вставки. Также все модели оснащаются литиевым аккумулятором, функцией быстрой зарядки. Сзади расположен индикатор уровня заряда, также имеют подсветку, причем на моделях с бесщеточным двигателем она находится под рукой оператора, что позволяет лучше подсвечивать рабочую зону. Плюсом на данных моделях будет блокировка шпинделя, что позволяет в случае, если аккумулятор разрядился, докрутить, например, саморез как отверткой. Также на данных моделях с бесщеточным двигателем дополнительная функция – это сверление с ударом. Теперь вернемся к бесщеточным двигателям. Рассмотрим их преимущества. Не требуют обслуживания, при этом более долговечные, выдерживают большие нагрузки и стабильны при них, не греются, расходуют разумнее заряд аккумуляторной батареи. Давайте посмотрим их в работе на примере двух моделей: бесщеточный 24SSBL и щеточный 24S. Как видим, оба шуруповерта легко справляются с нагрузками, однако нужно иметь в виду, что шуруповерт с бесщеточным двигателем намного лучше покажет себя при длительной работе. Да и заряда у него хватит на дольше. В следующий раз мы покажем шуруповерты Bright изнутри. Не пропустите. Для этого подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!